А вот и начало того самого нового ивента в танках онлайн «Собери танк», в котором вам нужно собрать деталики для того или иного танка, дабы получить уже крутые награды. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Immortal Hero, и в сегодняшнем ролике вместе с вами примем участие в новом событии, которое называется «Собери танк». Я думаю, что исходя из названия, некоторые из вас уже примерно представляют, что же подразумевает данный ивент, особенно те, кто участвовали в предыдущем году. Мы уже ранее затрагивали тему данного события, как раз таки о том, что нас оно ожидает, и как раз сегодня оно уже стартовало в нашей игре. Вы в свою очередь, кстати, поддержите данный видеоролик каким-нибудь в виде пальчика вверх, если же вам интересно. Сегодня постараемся принять участие, выполнив уже один из контрактов, ну и, конечно, добыв ту самую деталь. Ну и, конечно, если оказались первый раз на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики, дабы не пускать дальнейшие видосы, как на эту тему и не только на канале. Правила события, друзья: приобретай контракты, выполняй их, получая заветные коробки с деталями. Открывай заработанные коробки, из которых тебе будут выпадать детали для сбора танка. Собирай танки, получая заветные призы. Для участия необходимо играть и выполнять контракты, что мы, в принципе, наверное, сегодня с вами и сделаем. Покупаем контрактик серебряный, я в своем случае постараюсь принять участие, не потратив практически танкоинов. Конечно, на обмен деталей у нас заложена стоимость 50 танкоинов на один обмен. Возможно, это лишь будет только изыматься танкоины того игрока, который предлагает обмен, а тот, кто отдает детали, возможно, и ничего не тратит. Мы это в ближайшие дни с вами постараемся проверить. Ну а сегодня займемся немножечко другим, откроем и достанем первую свою деталь. Напоминаю также, что у нас на канале, друзья, проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте на стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробные информации есть на нашем сервере в Дискорде. Присоединяйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Но я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, переходить уже во вкладочку «Контракты». Я, в свою очередь, один из контрактов уже выполнил. Мы сейчас купили второй, который я в дальнейшем уже вместе с вами, наверное, буду проходить на стриме. Поэтому мы активируем его. И по идее мы получаем уже первую коробку, из которой можем получить как раз-таки ту самую деталечку. Так, я, наверное, зайду почему-то вот через баннер, не получается зайти, хотя уже выполнил контракт. Как раз-таки через сайт зайдем с вами. Через главную страницу как раз таки на нее попадаю. И мы с вами видим в правом верхнем углу количество танкоинов и количество коробок. Вот наши танки, которые стоят каждый из 5 деталей. То есть вам нужно пройти по сути 25 контрактов. Дается для этого вам 19 дней. То есть чуть больше одного контракта, это чуть больше 3000 очков, вам нужно ежедневно набивать. И в таком случае вы забираете все награды. Напоминаю, что в наградах у нас имеется возможность получить премиум аккаунт. Также ключик, да, легендарный, конечно же, тот самый скин стимпанк на диктатора. Пусковая установка тандем на пушку страйкер, премиум аккаунт на 15 дней. Эпические ключики. Кстати говоря, почему-то мне показалось, что было ранее написано 10, теперь мы видим 30. Возможно, поправите. В вчерашнем видеоролике на втором канале я как раз об этом с вами уже записывал видеоролик. Так вот, давайте, наверное, вернемся обратно. Получается, все контракты, которые будут куплены, 25 штук, это за 50 тысяч кристалликов каждый, если не ошибаюсь. Сейчас быстренько проверим. Давайте обратно в магазинчик с вами забежим. То есть в вашем случае вы получаете одну коробку за контракт, купленный за кристаллики. В случае купленного контракта за танкоин вы получаете целых
10. И, кстати говоря, за 990 токенов это не самый дешевый вариант. Почему? Потому что есть пиццушка. Пиццушка одноразовая, еще, скорее всего, не появилась. За 390 танкоинов, где-то говорили разработчики, что также у нас должна появиться. Возможно, я поскольку ранним утром записываю, она еще не появилась. Но обязательно перепроверьте, кто планирует особенно за танкоины покупать, для того, чтобы сэкономить, как раз с нее и начать. Стоимость выходит, получается, 1 250 000 кристалликов. Вы должны быть готовы для того, чтобы забрать все награды, да, чтобы у вас было на балансе. И самое, конечно, приятное, то, что в данном ивенте вам не нужно никакой пропуск события покупать. То есть, по сути, выполняете контракт, заходите на сайт и уже получаете деталечку. Как раз мы сейчас с вами это и постараемся сделать. То есть, у меня одна коробочка, мы с вами открываем и получаем деталь новую на, получается, карман, да? Да, карман для красного декоратора. То есть, собрав 5 деталей, то есть, мне, по сути, еще 4 контракта надо пройти, я уже получаю, возможно, одну из наград. Опять же, если у меня будут, конечно, детали, те, которые для красного корпуса подходят, тогда уже награда моя. Если же для другого корпуса, то придется, конечно, постепенно либо же обменивать. Кстати говоря, на нашем Discord-сервере вы можете это делать, потому что тут надо будет создавать те самые обмены, да, то есть если у вас повторные какие-нибудь деталики выпали дважды и вам одна не нужна, нужна, допустим, деталь для другого корпуса, вы создаете тем самым обмен и со своим товарищем, другом, либо же в чате, в лобби скидывайте ссылочку, либо же в каких-нибудь соцсетях, или же на нашем сервере Discord, там где очень наших много зрителей, поэтому обмен, я думаю, что будет проходить просто по щелчку пальца. Поэтому если участвуете в ивенте, хотите довольно быстренько эти обмены делать и, конечно, не искать несколько дней нужную для вас деталь, обязательно заходите к нам, будем рады видеть, и, конечно, с этим проблем у вас не должно возникнуть. Если же мы говорим про танкоины, которые, как я говорил ранее, требуются для обмена, пока что непонятно, вписываться у одного игрока при создании его обмена или же у двоих. Тот, кто создавал, и тот, кто еще также принимает обмен, это, конечно, мы еще в скором времени постараемся с вами разузнать. Возможно, в комментариях уже напишите, также будет понятно, потому что если уже не списывается, то наверняка можно этот ивент пройти полностью без вложения, то есть без какого-либо доната, лишь за кристаллы, которые вы получаете в матче. Если же придется обменивать, ну, получается, что каждый обмен по 50 танкоинов, то есть где-то около, наверное, 1500 танкоинов вам все же понадобится. Опять же, все, конечно, будет от везения зависеть, если у вас будут попадаться те самые детали, которые вам нужны, а не повторные. Конечно, это улучшит ситуацию, и, возможно, вы и обойдетесь без танкоинов. Поэтому обязательно, друзья, если вам интересно, чтобы мы вместе с вами уже в ближайшее время постарались пройти как можно больше контрактов, и я уже с вами поделился той или иной информацией, своими результатами. И исходя из них, вы, конечно, в дальнейшем уже примете решение участвовать в ивенте или не участвовать, или, возможно, уже даже поучаствовали и тоже поделитесь своими результатами. Поэтому, друзья, обязательно в Дискорде, как я ранее говорил, залетайте. Для удобного обмена, конечно же, поддерживайте ролик активности, видите пальчик вверх. Если что-то упустил, обязательно дополняйте под этим видеороликом в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорой встречи. Речь.